И снова всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Настал тот момент, когда после той самой тренировочки я решил записать соло-рейтинговые матчи. И сейчас мы узнаем, собственно, получилось ли у меня научиться этому трюку. Приятного аппетита тем, кто кушает, а мы начинаем поиск нашего соперника. Честно говоря, я побаиваюсь использовать эту тактику, так как могу из-за нее немножечко подслить. Но надеюсь, что все пройдет успешно. Первое вбрасывание, насколько я помню, всегда начинается с положения того, которое нам нужно, поэтому... Посмотрим, получится или нет. Очень волнуюсь. И вот нашелся наш с вами соперник, ветеран. Первое золото, скорее всего. Начинаем, пробуем. Ну нет, ну вроде бы получилось, но не совсем. Ой-ой-ой-ой. Такого мне не надо. Извините. Нет уж. Мы так и голы не хотим пропускать. Опа. По стеночке вверх. Обманные маневры. Пасует. Отбил в итоге. Опять по стеночке. Опять по стеночке. Будем до посинения сегодня, пока он не промажет играть в эту штуку. Так, ну первый блин комом у нас тактика пока не сработала. Я пропустил мяч к своим воротам из-за этого. Стандартное вбрасывание. В принципе, решает. Посмотрим, что будет делать этот парень. Ага, успел среагировать. Нормально по стене. Отбил. В атаку. Их почти надурил. Ну, тут такие вот нам не нужны, да, приятель? Ну, играет чувак плюс-минус на моем уровне. Даже, может быть, послабее. Потому что такие же ошибки допускает глупые. Который, собственно, вот он сейчас поплатился. Собственно, на таких соперниках и надо тренироваться. Потому что дальше будет сложнее. Вот сейчас вот хотел попробовать эту тактику на таком вбрасывании, но здесь она немножечко не работает, либо это я кривой. Чувак, тут такое не прокатывает. Тут надо попадать. Уже по себе знаю. Ой-ой-ой. А ну-ка, отошел. Не получилось, вы гляньте-ка. Как я только что заложил мощно. Какие дебильные отбивания. Назад. На твоей стороне будем драться, чувак. Хотел сейчас взлететь, но почему-то не решил. Промахнулся. И вот так вот его развернул. Отлично. Перебросил. Ой-ой-ой, не попал. Я уже был уверен, что это гол. Ну ничего страшного. Продолжаем атаковать. По стене. И это пас. Пас, перелетыш. Называется такой пас. Срочно в деф. А вот его пас может и дойти. Если я буду так сильно тупить и не попадать в стопроцентной ситуации, ну, по-моему, я тут должен был защищать, я просто не доехал, не дождался. Почему-то мне показалось, что надо именно в этот момент прыгнуть, но там всегда я ложил. С этой позиции хрен ты так что делаешь. Я вот всегда люблю делать так, но сейчас нам это пользы никакой не дало. Такс.
перевернулся и даже не попал. Ну, не знаю, повезло, не повезло, решайте сами. Очередная попытка. Увенчалась голом у нашего ворота. Вот, собственно, о чем я и говорил. Промахнулся, все, пиши пропал. Чувак этого не делает, он просто едет. Ну ладно, нам не надо тренироваться, еще полтора минуты. Главное не пропустить, не поплатиться за это. Вот, знаете, не хватает мне той скорости, чтобы это сделать. Почему-то у меня не получается. Немножечко не получилось. Открутить. Нормально. Ну вот, на таких вот перелетиках, которые я ненавижу, когда пролетает мяч над крышей, вы знаете. Нас сейчас этого не показали, но у чувака была такая же ситуация. Ну, в общем-то, надо учиться. Понятно, что с первого раза ничего не будет получаться. Но я думаю, со временем скилл ко мне придет, и я докажу всем, что я могу играть на синее звание или даже выше. А пока вот такие вот голы. Я причем больше чем уверен, что этот чувак, скорее всего, играет на серебряной звезде. Я почему-то на 100% уверен. Так обычно, когда я так говорю, чуваки попадаются золото третье и так далее. Ну, что ж, мне это только лучше. 5-3. Есть очередная попытка попробовать вбрасывание, если нам сейчас дадут эту позицию. Нет, к сожалению, нам решили вот такую вот дать. Оп! Да что я делаю, в конце концов? Попал. 6-3. Ливнул. Ну хорошо. Допустим. Пока что 0 из 3 или сколько. Нифига себе. А, ну да, у меня же был 5-й. Да, он... Ну, кстати, ливнул чувак, и так и не узнали мы такого вот ранга. Ну что ж, найдем нового соперника. Я думаю, что сейчас не буду эту тактику пробовать. Хотя, ну, если только будет сильный отрыв по очкам, то я думаю, тогда можно. А так рисковать не хочу. Я думаю, вы меня поймете. Просто хочу стараться побеждать. А это потренирую либо в одиночке, либо с какими-то соперниками в нерейтинговом матче. Дабы не сливать себе ранг на тренировках. Токио. Ну что ж, эксперт. Начали. Чувак решил постоять. Ну что ж, хорошо. Нет, в принципе, так хорошо такое. Может быть, он сразу и вернет, я вообще угарну. Зашел поиграть, говорит. Вот сейчас, если бы мячик мне на крышу упал, то было бы другое дело. А так, по-моему, надо. Да ну, ну после такого я пропускать, не знаете ли, не очень хочу. Сам себе забил. Мог бы отбить. Ну, не думал, что он как кривовато пнет. Думал, что будет все гораздо быстрее, но... Как оказалось... Ну, ладно. Я думаю, этого парня спокойно можно обыгрывать. Он это надеет. Почему-то он с этой позиции стоит. Он что, специально дразнит меня, дает мне забивать голы, или я не понимаю, что с ним не так? Он реально как-то отвыкает с этой позиции. Мне непонятно, почему так. Во, кстати, сейчас более-менее получилось. Я все-таки решился.
на это отважное действие. Ну да, парень не пассив. Главное не тупить и не промахиваться. А теперь... Здравствуйте, те самые миллиметры, которые я не люблю. И почти 9. 3-1. Вот странно, вроде... В прошлом матче... Был соперник, ну, не в прошлом, а в прошлой серии. У нас с вами был соперник, который играет на... Вот сейчас я, кстати, зря это сделал, потому что он ставил на ворот. Который играл на золоте первым, но он играл... Я не знаю, то ли ему повезло, я так и не понял этого. То ли он реально просто хорошо играет, а у меня бомбило. Я думал, что ему повезло. Но вот сейчас, ну не знаю, ну совершенно другие соперники. Может быть, мне просто, у меня не было настроения побеждать. Что-то в этом роде. Не знаю, короче. Сейчас мы уверенно ведем 3-1. Соперник даже, я так понимаю, не планирует забивать гол. Ну, хотя задак это мял. Неплохо. Ударил, нифига. Это ему портануло, блин. Обманный маневр и в атаку. Неплохо. Ну что, ждем удар. Дождались. Сейф записали, значит, летело ворота. Отлично. Хотя, ничего, отлично. Кроме вот этого замечательного паса. О, вот сейчас было неплохо. Нитрушечка. Попробую навесить, но слишком далеко, и я не успел, соответственно, давить. А, нормально. Отбил. Едем в атаку. Сейчас хрень какую-то сделал, не обращайте на это внимания. Ух, как это залетело, да? Ты тоже не ожидал, да, что залетит? А вот так вот. Ну что ж, учимся на ошибках, что я могу сказать. А, ну там он просто отбил его, и потом он меня обратно отскочил. Ну что ж, такая вот сегодня получается легкая серия. Даже не знаю, почему так получается. Прошлые соперники мне давали прям жару. На том же втором золоте. А сейчас вот такая вот халява. Не знаю, что не так с этой игрой. Этот кроссплей я не отключал. Может, мне просто тогда попадали с консольчик. Давайте сейчас посмотрим. Да! Ну вот, я отключил, не знаю, поможет мне это или нет. Геймпад же можно подключить и на компьютере. Ребята, всем спасибо, что смотрели. Поддерживайте меня лайками, подписками, мне очень приятно. Всем спасибо еще раз, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.